7 октября, 7.05 утра, сдуваем наш неубиваемый спасательный матрас, который нас спасал много раз мотором. Уже мы позавтракали, разобрали даже все. То есть сейчас готовимся, матрас сдуваем, упаковываем в ту синюю лодочный чехол, все. Сушим тент еще, стряхиваем, просто собираем. Спали сегодня матрас, спальник и укрывшись тентом сверху. Ну, нормально. Я так спал вообще почти в трусах, в трикушках и в трусах. В легком полуверчике. Было очень тепло. Ночь была пасмурная, думали, дождь пойдет. А проснулись ночью в 3 ночи, в 3.15. А такое звездное небо от горизонта до горизонта. Вот по поводу речки, что я могу сказать. Смотрите, господа. Вот она течет. Видите? Сейчас. Течение 4-5 километров в час примерно. Вон там, вон озеро на горизонте. Ну так, километров 8-10 на вид до него. Но мы прошли честную двадцатку по одометру. И вот она делает поворот. Вот он где-то вот здесь, вот вон там вон деревья, поворот, и она потекла навстречу, короче. То есть дурацкая достаточно система. Ну нам на запад, на северо-запад надо. То есть, по сути, нам надо вот туда вот, ну как бы это, с петлями. Хотя, может, это и параллельная протока быть. Может, это не речка, может, мы не видим, может, они там протоки сливаются и уходят. Но мы идем по одной, тут параллельно идет вторая. И мелкие всякие, заросшие, вот такой вот. Самое вот неприятное, это вот это вот. Вот видно, это не камушки, это кувшинки они на винте наматываются. Все, у нас движок барахлит по-прежнему. Пружинку заедает, идет на том газу, до которого гаси, все, до которого это, закрывай пробку сразу ему, чтобы он, подожди, не закрывай сейчас это, все, извините, надо работать, сейчас мы спустим матрас и продолжим.